Эй, what's up, guys? Привет, YouTube. Ну что ж, неожиданный врыв. Не говорю, что будет прохождение, просто, знаете, ностальгия. Ностальгия нахлынула, и думаю, дай-ка поиграю в старенькую игрушку Средиземья Тени Мордора. Он же Shadow Earth, что-то там, как он там правильно называется. Сложные названия, у меня вот эти вот английские языки. Middle Earth Shadow of Mordor, вот она правильно вообще как бы называется. Игрушка старая, накатили на нее текстурпак, сделали. И сейчас посмотрим, что из этого выйдет. К сожалению, я помню совсем немного, играл в нее лет, наверное, 5 назад, совсем чуть-чуть. И прохождение почему-то не сохранилось, но очень надеюсь, что вам понравится, зайдет. Ребят, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И если вам понравится, тоже потихонечку буду проходить эту игрушку. Просто по кайфу, по чилу. Так что, поехали. Нет, как-то даже мне немножко это... Смотри, не сколько добавили. Сменить костюм какой-то. Лё! Лё, Вася! Ой-ой-ой-ой-ой. А на ком вы хотите, чтобы я бы проходил? Наверное, за следопыта, да? Или за эльфа бахнуть? Давай за эльфа. Да, давай, давай. Да. И прям сюжеточку за эльфа, да? Давайте. Следопыты, они везде. За эльфа очень редко бывает. Давайте. Давайте все-таки за эльфа. Прям вот хочется. Давайте, поехали. Я просто помолчу. Хочу атмосферу даже своим голосом послушать. Надо пересмотреть будет фильм. Причем, смотрите, выбрали эльфа, но показывается все равно. Слушайте, накатили они HD эту текстуру. Самый осколок меча. There's a perfect swing for killing chicken. Wouldn't want to hurt you. It'll take a lot more than that. Dear Hyle, the mighty chicken killer. Come on. Come on. Show your father what you have, huh? Что? Что? Что с графонием? 2К14, говорите? Что? Что? Want to best your father? Hard enough? Parry, son. Don't forget to block. Perhaps you should not forget to hit. Stay alert, dear.
Your enemy will not always be as he appears. Easy, son. You're not a soldier yet. I'll have your gun. Пошел процесс. Stronger than any we've ever seen. They're not orcs, they're orcs. They're far worse. There's too many. Go find your mother. Go find your mother. Keep her safe. I'll be right behind you. Go. Я просто молчу, и все. И мне здесь говорить нечего. Am I dead? You are banished from death. Вот игры делали, да? Не, ну графони они накатили от души, конечно. 2014 год, ребят. Серьезно? Привет, ребят. Добро пожаловать. Dance on beaches in Amphalus, sleep in moonlit fields of you. Happy anniversary, my love. Alien, this is beautiful. Where did you find it? I still have a few friends left in Gondor. Did you talk to my father? Yes, I did. And nothing has changed. He's still very stubborn. I say we go anyway. Yeah, I will not come willingly. There must be a better life than this. Not now. But soon. I'm just so tired of hiding here, Talion. We must hide now, or we are both dead. Stop feasting! We must return to battle!
sword down, Ranger. Не шутя. The Black Hand wants him alive. Take her. Как вообще реально можно его было не заметить? See for yourself. Cinematics, yeah. Now, do you believe me, Ranger? What has happened to me? You are banished from death. Cast adrift between the worlds of light and dark. Curse binds us together within the walls of Arda. If what you say is true, then how do we break this curse? We find the one who cast it on us. The Black Hand of Sauron. Killed a nobleman, Yoreth. His life now belongs to Gondor. Father, if you turn my love in, I shall swear I killed Lord Asgon. Я специально не стал ни русскую озвучку накатывать, ни сам никак не комментировал. Я просто без комментариев и все. Задание. В общем, здесь зона открываешь. So, we missed one of you at Narcos, eh? An easy mistake to fix. Леголас, да? Ха-ха-ха!
сюда! Просто прикинь. Просто допрашиваешь. Захватываешь в плен и допрашиваешь. Но вот то, что здесь они сделали, я еще примерно помню с тех годов. Они сделали градацию капитанов. Они сделали так, что, я так понял, они между собой тоже дерутся. Кто-то повышается. Перки, херерки, короче. Вот то, что я помню. Спойлерить не буду, я думаю, сейчас мы все увидим. Это капитаны армии Саурона. Они отображаются в виде теней, поскольку их личности вам пока что неизвестны. Для продолжения нажмите пробел. Допрашивая врагов, вы можете получить ценную информацию о капитанах. Нажмите пробел, чтобы узнать личность этого капитана. Теперь вам известна личность. Это поможет выследить его. Его прозвище Работорговец. Ясно говорит, чем он занимается. Сила, все дела, как выглядит, как будет закипирован. Короче, все. От рейтинга силы врага зависит награда за победу над ним, а именно руны, улучшающие оружие, пэй-силы, набирать которые потребуется для получения доступа к новым уровням способностей. Где находится этот капитан, вы теперь можете узнать на карте, так как, ну, про него слили инфу. Сюда, сынок. If one can trust an orc, trust has nothing to do with it. His thoughts cannot lie. Тут видишь, тут мы мысли. Он может, язык его врать может, а голова и мысли никак не могут врать. Золотые значки продвижения по сюжету. Красные значки обозначают борьбу у руков за власть. То есть они еще между собой, короче, могут зарамситься. Белые значки, побочные задания, собираемые предметы. Короче, вот надо в красные почаще врываться. Работорговец, освободить людей, которые томятся в Мордоре в рабстве. Найдите черное полководство. В дух Мордора, узнать почему больше. Ага. Значит так. The world has changed. Сейчас мы переделаем управление под себя. Нет. Во-первых, клавиатура и мышь. Хотя... Подожди. Допустим, вот так. Да нет, почему я сделаю? Скрытность. Да. А ну-ка. Мы найдем скрытность. Вот она, скрытность. Капс будет. Мать. Хрен с ним, давай по умолчанию, сейчас я привыкну. Давайте, сейчас я привыкну. Оружие и руны. Короче. Лук. Кстати, уже какие-то руны есть. Выстрел в голову наносит на 20% больше урона. Скорость расходования уменьшается, да. Делаем руну на лицо.
на лук. Кинжал. Тут надо тоже крит. Смерть капитана на глазах у врагов демотивирует их еще сильнее. Дополнительный урон капитанам и вождям. Кстати, вот эта вот тема нормальная, неуязвимость к ядам. Вот это вот надо ставить. Так, а на мече? Вероятность того, что меч запылает и критические удары будут поджигать врагов. Когда не сдавайтесь, можно вот это вот дать. Я думаю, что просто нужно взять второй. Да, я беру вторую жизнь. Просто если я падаю, короче, то берем вторую жизнь и наказываем. Nothing makes sense. Nothing has changed. Так, shift. Пробел бежать. Сенса. Настройки. Клавиатура, мышь нет. Контроллер, геймпад нет. Где сенса мышки? Сенса, сенса, сенса. Может быть, настройка игры? Да. Мышь, прицел. Мышь, камера. Это вот так вот. Давайте попробуем. Let's go find the slaver. His mind may provide answers. Еще бы поддал немножко. Что если так? А это оно. We're running low on supplies. If the captain don't get his grog ration, whoever hides? Жесть, просто игра сразу бросает в эту тему. Значит так, у нас есть карта. Мы с вами клинок. Мне кажется, на боссов, наверное, лучше и не надо сейчас щемиться. Поехали. Так, правая кнопка мыши лук, все, я запомнил. Что по Assassin's Creed? То есть она как-то активируется, интересно, эта вышка или типа это та, с которой, да, была? Это та, наверное, с которой была активирована. Интересно, что вот это такое? Какой-то, видите, камень, но я так понял, я его, наверное, пока не могу, да? То есть ты видишь, что-то есть? О. Контрол тоже я не могу, странно. А, вижу, все, вижу. Это, я так понял, какое-то будет типа послание расшифровано, да? Окей. Че, погнали? He's Ithildin, Starmoon, forged of Mithril. They hold memories of the ancient past. The knowledge within may be fair or ill.
Блин, я не знаю, как они по боссам, что они там добавили, не добавили. Но их там очень много. Давай попробуем, но я не знаю сейчас, как мы с ним биться будем. Вот это вот я тоже... Что это, трава? Что она дает? А, здоровье восстанавливает. Блин, а если его попробовать сразу как-нибудь убить? С лука, наверное, вряд ли получится. Хотя... Может и получится. Опа. Сюда. Так, открыть очко способностей. Я трать очки, типа та-та-та-та-та, прокачивай себя, но это понятно. Так, мне нужен контроль, чтобы вообще не умирать. Нужен контроль, чтобы не умирать. Деньги, которые используют улучшение оружия. Так, а как же нам... Давайте почитаем. Казнь. Когда счетчик серии ударов заряжен, нажмите F, чтобы совершить казнь своего противника. После 8 последних попаданий счетчик серии ударов покраснеет, а ваш меч засияет. Ну, кстати, можно. Неплохая вещь. Стреляя по кострам и бочкам, да. Вот это вот мне нужно. Мне причем вреда они не причинят, а вот их накроют очень жестко. Что вот это такое? Кто там, ёпта? Чё? Опа! Что? Вот, что? Кого? Не! Сюда, сынок! Бан! Бог просто! Ты прикинь, слышь? Это кто-то из этих, из генералов, по ходу дела, был. Сюда. Вот это ты, брат, вообще зашел просто... Не в то время, не в то место. То есть, короче, любой тип это может быть... Поняли этот? Ох, ёпта! Бам, нахер! Поехали, пацаны. А чё с лицом стало здесь? Я вам устрою тут, ёпта. Ой-о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 й
Пошла, пошла, родимая. Опа, опасненько, опасненько. Жестко. О, сука. Ой-ой-ой. Сашенька. Опа, хорошо. Жестко. Успеваю. Жестко.
сюда, сыночек! А чё вообще? Что с лицом, ребята? Что вообще? Что происходит? Что творится здесь? Кого? Подожди, а как? Это артефакт. Че нет-то? Эти артефакты хранят воспоминания о Мордоре. Найдите воспоминания, нажмите X, чтобы посмотреть. Найдите точку воспоминания. А, ну здесь вообще где угодно, да, типа, может быть. Опа. The first messengers have rolled into camp. They're reporting few casualties. We've struck a mighty blow. Кто захочет, ребят, прочитает тогда, на паузу поставите на ютубе. Так. Хорош. I have lived half my life on the boundary of Mordor, thinking it was dead, never knowing the stories it held. The land of shadow is awakening from a long slumber. It has many stories yet to tell us. А вот это вот что за стрелы или что это? Это стрелы были или мне показалось? Что тут такое? Видели? Смотри, зеленый кто-то. То есть, короче, боссы могут вообще рандомно, да, здесь гулять? Мне кажется, это... Наверное, этого допрашивать можно. А как допрашивать? Кто помнит? А я не помню. А надо вспомнить. Да. Собранные сведения расскажут вам о преимуществах и слабостях капитанов. Используйте слабость капитана, вы легче будете с ним справляться. То есть, короче, они мне будут сливать еще на них. А про кого я хочу сведения? Давайте новых, да, открывать? Зачем нам про старых сведения? Давайте открывать новых, чтобы мы знали, где они стоят. Чем больше мы откроем, тем лучше. Так. Поехали. Я под впечатлением. So many bloody pinkskins stinking up Fort Maul. Ain't so bad. There's so many of them, they don't even miss one if you're feeling like doing. Он где-то здесь сидит, а вот где? Still, it's tiring yelling at them all and making sure they don't cause no trouble. Пошел, 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 работаем. Да. Что там, что там, что там, что там? Босс наверху что ли стоит? Да ну нафиг. Поехали. Наверху, прикинь, стоит тип. Или нет? Ой-ой-ой. Саша. Вот ты мой сладенький. Опа. Ой, ой, ой. Ой-ой-ой. Going on a hunt. Getting orders to pack more supplies.
Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Эй, хорош! Well, this doesn't bode well. Don't you see? The prisoner created a distraction. Спасибо, работяга. Why use your human sight to track the Uruk? I see more than any mortal. Slay the orc captain. Cut off the head of the snake, and the body will wither. Archers, I must take out the eyes of the camp. Мать твою, убить лучников, да как же ты себе это представляешь, сынок? Как всегда по-тихому, да? Как я умею? А кто? А кто? А кто? Поехали. Отрабатываем. Спокойно. Ага. А кто? Someone's killed him. I smell something. Кого мы там, я не понимаю, боимся-то вообще? Ох ты, сука! Сюда! Еще сюда. А ну-ка, сынок, мне вот... Видишь, этот уже валяется, кого мы убили. Блин, одни эти лучники. Это будет сложно. Сюда, сынок! Все, поехали. Жестко. Assassin's Creed чешо. Бам. Подожди. Чтоб мне, допустим, стрелы собирать. Мне нужно в этот режим перевыходить? Или нет? Или просто мне нужно? А, эльфийский колчан полон. Я же допросил этого. Надо, знаешь что? Я понял, что. Надо колчан расширить. Вот что нужно сделать. Так, эта девочка там. Пошел. Снимаем часовых сразу всех. Может, мне на него прыгнуть? Давай жестко, на него! Сюда, сынок! Не! Часть КП сняли. Все, пошла заруба. Но я ему снял. С тебя бы вышел знатный раб. Не! Хорошо. Ой-ой-ой! Ты че такое? Добить!
Ушел, 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 сынок. Сюда. Золотая какая-то, ребят. Что-то золото дали. Легендарка. При убийстве капитана или вождя сосредоточение и здоровье полностью восстанавливается. Yeah. У меня отличная тема есть. Ставьте руну. Но вообще у меня как бы уже есть же руна, да? Не-не-не-не-не. У меня отличная руна стоит, кстати. Не, у меня отличнейшая руна стоит. Мне везет пока просто вообще. Пока забейте, мне очень везет. Они не ультуют, пока не бьют. Они даже не успевают это сделать. Ну, я ему на лицо просто прыгнул очень хорошо. So you didn't die 10 years ago. I take it you did not come here to arrest me for treason, Captain. You and I are all that remains of that garrison, Hugo. Then why did you come here? Looking for a slave that fought the Black Hand of Sauron. More like ran away from him. You know this man? Of course. You're staring at him. Where are the servants of the Dark Lord? Do you even know? Perhaps. This is no time to keep secrets. I have been stuck here for weeks. Steady. Come to the outcast camp. We shall ask my scouts. I'll be there. Ходи в лагерь, он меня приглашает, чтоб узнать. Голоса. Вот он, моя прелесть. Вот он, мой хороший. На превью. Вот он. Значит так. В игре доступен фоторежим. Да нет, это нам не нужно. Вы мне лучше теперь ответьте за следующее. Чего? Оседлать можно кого-то. Перепрыгнуть через препятствие, ровно в этот момент приземлиться, нажать пробел, получите. Сразу убивайте, да. Это очень нужно, очень нужно. Это ускорит, мобильность поднимет. И у меня есть один вопрос. Увеличит максимальное здоровье? Нет, увеличит, вот. Вот это очень хочу. Максимальное количество стрел просто must have. Руна еще одна в мече. Сюда! Сюда! Ой-ой-ой. А, вот для чего эти монетки. Я понял. Опа, вторая руна добавилась. Сюда. Так подожди, руны это же вообще имба, ребят. Типа, ну, руны, которые мы с вами находим, выбиваем. Вы посмотрите, они какие бонусы дают. Меч заплыхает. Добивание в бою наносит дополнительный урон капитанам. Позволяет увеличить силу легендарной бури. Конечно, вот этот вот. Поехали. Хорош. Надо по капитанам пройтись. Надо. Да, слушайте, 6 стрел. Это вообще, это нормальная тема. Я теперь понял, знаете что? Самое главное понял. Смотри. Тут есть прицел. Вот, видишь, прицел. Чувствительность мыши в прицеле. Вот здесь тут мы понизим. Вот. Да, вот так вот. Это именно в прицеле, короче, будет понижен сенс. А ну-ка, тестим. О, да. Оно. Ля-ля-ля, стычка. Что-то смотри, не поделили что-то. Пойдем посмотрим. Что-то не поделили, смотри. Видишь? Нихера. Я думал, надо время от времени вот так вот проверять. Вы привлекли внимание какого-то очень странного существа. Я бы, вы знаете, вот эти вот награды пособирал, ребят.
Я, конечно, не знаю, я не подстрекатель, но я бы пособирал эти награды. А они, понимаете, они дадут... Я думаю, что очень много хорошего. Потому что именно за них мы открываем всякие эти. Ой-ой. Приятного, я не знаю там. Ребят, я, наверное, пооткрываю. Кто захочет, почитает, да, на ютубе? Если что, почитайте, ребят, остановитесь. Так. These men are not soldiers. They are not ready to die. All things that live must die. А кто это здесь такой? Faces the mystery of what is beyond death. Ой. А кто это? Wait. I smell something. Ладно. Можно было немножко по-другому сделать. Ну ладно. Но это было красиво. Я хотел заодно посмотреть, как это будет выглядеть. Здесь что-то происходит. Что-то здесь происходит. А что? Вы чё, псы? Ганги на людей устраивают? Здорово, пацаны! Вы чё, псы? Попутали? Работяг гангуют обычных. Давай, работаем. А допросить мне тебя надо, сынок. Нет, не будет допроса. Какая сложность? Просто скажите мне, где ее изменить и все. Где сложность поменять? Я не нашел здесь сложности. Не нашел, ребят. Здесь я больше нигде не знаю. По-моему, ее здесь нет. Ее нет. А вот здесь вот мне. Sort of road it hides in the shadows, I wonder. Something of great power has left its mark on him. I sense it. And you feel he has answers? Разум максималка. For both of us. We should find them then. It shouldn't be too difficult. Что ж, поищем.
These tracks are not quite human, not quite beast. Even more reason to investigate. Die, worm! Чё? Ну, я почти успел. Извини, брат, а он живой, нормально. Египт опять ему досталось, бедолаги. Твою мать. Ну-ка, иди сюда. Not even outcasts deserve this fate. The chain of man seems to always be in shackles. Be wary. This creature leads us to peril. Это существо навлечет на нас беду. Голум, голум. It would appear the creature is an apt climber. Game of slaves finally escaped. That was my kill. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, это мой сладкий. Ой, пошла. Ой-о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 й
off. How could a rodent possibly know of a wraith? It is somehow connected to me. I feel it. Scalps his trophies. Walls are no obstacle for it. Скорее сразу надо резать. Ой. Это босс. Да ладно. Или нет? Бунт, ёпта. Сюда. Мужики, живем, братцы. Живем. Вот это интересно, что такое. Тоже здоровье восстанавливает. Ага. Так, поехали. Мне кажется, дальше будет просто вообще габелла, потому что они, знаете как, они чем дальше, они все жестче становятся. То есть они более быстрые становятся. Кстати. А, вот эту вышечку мы, по-моему, не открывали, да? Сюда! Не! Плюс зона открыта. Быстрые тревелы между башнями. Говорят об этом. Блин, мне надо попасть там, где два... Короче, они же за власть тоже борются, эти уруки. Короче, нужно сделать так, чтобы они друг с другом как-то зарамсились. Как это сделать? Другой вопрос. А где? Наверху? Что это? Подождите, это... Кстати, даже за это дают опыт. Может быть, я слепой? А, прям там было. Мне очень интересно, что вот здесь откроется. Можно будет открыть, если интересно. Я, по крайней мере, да. Что это за павук? Ля. Павук. Поехали. Да, голум, мне интересно, куда он попёрся. Может, он за ними, типа, шкурится?
The run's tracks lead us right into that Caragor cave. There! It's on the run! Стой, дурак! Отдай сало! Сало отдай, говорю! Ты там мне еще... Попугай меня, ага. Сейчас устрою. Ну-ка, иди сюда. Хадость такая, а. Опа. What manner of spell is this? A loss in Talion. You remember? A few broken images, yes. And now I wish that I didn't. Your family was... Perhaps that pain is what connects us. That's it. Point. Хьюстон. Ugar hunters. They must have tracked the Caragors here. Поехали. Шо? Сюда. Ёпта. Кого? О, хорош. Хорош, хорош, хорош. Саша. Сашенька, хорошо. Ой, ты моя умничка. Хорошо помогаешь. Ну нахер. Ой-ой-ой, не надо. Да я успел, успел, успел. Успел, говорю. Уйди. Чё? Ты чё? Не надо, дядя. Чё? Ты чё, я не пойму, слышь, дружок? Прекрати-ка мне вот это вот. Creature lurks around here somewhere. Ламинат? Ну-ка, уйди. Ага, попался. Сюда. Think you could sneak up on me so easily, eh? No, no, don't hurt us. What does he know of it? Bright master. Yes, we know his. Bright master came to us. In our dreams. You see. Ох ты! Ёты! Да.
Так, он на нашей стороне. Ты не хочешь узнать, кто я? Нет. Ну и, собственно, вот прям вот на вот этой сцене первая серия, я считаю, подходит к концу. Интересно, это целая история. Еще и хардкор, и все здесь прям вот так вот. Просто называем Шмыга его. Лайк, подписка, пару комментариев и погнали дальше.